Hey, yo, guys, с вами Шимики, и мы продолжаем родить игру по названию Hollow Kings. Короче, давайте немного мы с вами... Пипец, у меня еще колец не хватает. Много. Давайте мы с вами, знаете, что сделаем. Немного поменяем свои предметы. В принципе, у нас здесь пока никого убивать не нужно. Так? То есть это можно убрать. Постепенно залечивают раны. Но, скорее всего, там не поможет. Ну, только поможет, говорю. В каких-то там ситуациях. Потом, скорее всего, можно даже взять нам с вами это... Где же он? Пожиратель душ. Трюкача. Можно взять, короче, трюкача и поменять еще несколько деталей. Ладно, давайте, короче... Не знаю. Ладно, давайте пока что так попробуем. По идее, должно все выйти, должно все получиться. Пойди. Вау, вау, вау. Да, видите, вот смотрите. У нас жизнь восстанавливаться будет. Видите, сама. Значит, нормально, нормально. Можно юзать. Короче, еще посмотрел по DLC. Я немножечко там ошибся, ребята. Чтобы начать DLC, мне не нужно проходить Колизей. А чё я так невысоко прыгаю? Это или это нормально? Кажись, нормально. Ну, ладно. Короче, зачем я поставил улей? Я так могу хилиться, даже если ошибусь, то я могу отхилиться. Ау. Ну, конечно, я ждать же не буду, пока у меня одна отхилится, да? А, ну блин, ну зачем? Зачем? Ладно, пускай. Хотя бы это заполнится. Да посрать. Я посмотрел некоторые кольца, как можно заработать. Это тоже такой моментик, я замечу. Важный. Да ёлки-палки. Чё-то я туплю и туплю. Так, готово. Можно ли мне как-то... Да, можно. Ай-яй. Я хочу меньше тратить вот этих все равно хпшек. И на как мне такую перепровернуть? Я не успеваю. Я только могу такое сделать во внутренней части. Черт, а с той стороны ничего, да, нету? Да, там сломат. Там все сломато. Так, съемки-палки. Т
Да, нужно, короче, ставить ловчака. О! Ух. Уху-ху-ху-ху, опасно, 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 опасно. Зачем я это сделал? Зачем, зачем, зачем? Не, пускай лечится, потому что я уже мало их. Итак. Давай, 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 давай. Короче, ну, как я вам говорю, я посмотрел долцешки на самом деле, как начать. Чтобы они работали. Не нужно никакой колизей нам. Вот здесь будет сейчас жестко мне. Давай, 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 давай. Тыщи. Так, по идее сохранилось. Нормально. Вот черт, ладно, хотя бы здесь сохранилось. Я хотел, поняли, сразу перепрыгнуть наверх. Мне это не удалось. Вы мне это не... Да, мне это не удастся. Поэтому нужно, короче, на эту платформу прыгать. Либо больше никак. Ой, я подумал, я таймер забыл подрубить. Я подумал, забыл таймер подрубить. Не, с одной стороны, это хорошо, вот это как работает система этого хила. Блять. Мне нужен отхил. Дайте, пожалуйста, отхил. Так, ну на вот этой, да, мы... Да, на это, вот этом вот моменте мы можем просраться. И нужно идеально, главное, встать. Так. Отлично. Если есть стенки, всегда нужно к стенам. К стенам. Самого отсюда? Вы издеваетесь. Ну ладно. Зараза. И главное, у меня нету ни ауры, чтобы, знаете, быстро сделать такой пью вниз. Запрыгнуться. Класс.
О, отлично. Отлично, ворот открыл. Короче, их можно убивать. А еще я узнал, что их можно делать вот так. И тем же способом у нас выполняется заряд. Так, теперь я отхилюсь полностью. И наполняю себе еще заряд на всякий случай. Все готово. Все готово, поехали. Так, здесь, походу, нам нужно только так, да, пролететь? О! Так. Ага. Хорошо. Полетели. Блин, я почти прошел этот участок. Врежусь, да? Мне нужно от вот этой вот печати. О. О, тихо. Да блин. Давайте так. Блин. Вот черт! И как мне это делать? Слишком сложечно. Блин. Блин. Там так тяжелый на самом деле момент. А тут еще лучше. Ух. То, здесь охранялка, да? Воу. Там куда-то проход есть. Окей, здесь есть проход. Окей. Я еще мог пойти куда-то вниз, да, кажется? Или мне показалось? Окей, сейчас летаем вниз. Ну, то есть туда, где мы были. Вот там где-то, видите, вниз есть проход. Вон был, да, там что-то было. Тут что-то есть. И что это?
А, это не рушится, это значит воспоминания у нас. Непонятное заброшенное место. Пустота, твоя другая сила. Но потенциал твой вечен. То сила способна противостоять времени. Пустота тебе придает ускорение, что? Тебе придают укротить. А, предстоит укротить. Я могу ударить по тебе? Служить. Служить. Короче, они здесь, походу, создавали себе каких-то воинов. Ага, херушки. Я понял, что это за место. Ну нафиг. Ну вас нафиг. Они хотят, чтобы я спустился вниз, откуда я залазил. Ишь, что замыслили? Так. Эх. Ладно, восполним силы. А как мне туда попасть? Блин, а? Эх, черт. Пожалуйста, только не сохранись. Фух. Я думаю, если он сейчас сохранится, то будет жопа. И эту фигню не убить, да? А ну. О, идеально. Чё? Что, бля? Как вы это представляете? И как вы вот эту вот херь представляете? Как мне забраться наверх? Обратно? А? Я не уверен, что тут есть сокращение пути больше. Ломать тут я максимум ничего не могу. Это я уже понял. Вы что, издеваетесь? Я не понимаю. Тут же нереально. Почему ты сразу? Вот почему? В чем проблема твоя? Как мне? Что мне? Хорошо, допустим, вот. Я лечу. Да, я прилетел. Что мне дальше отсюда делать?
Я по-любому зацеплю. Я по-любому зацепляю их. Кайф. Кайф. Что делать? Ничего нельзя сделать. И наверх уже хер вернешься, да? Класс. Просто великолепно. Здесь понятно, что я могу так сделать. А дальше? А дальше нет. Дальше никак. Окей. Поехали по безопасному как можно. Ну там можно по идее как-то проскочить. Если брать по низу. Ну это считай с самого начала, да? Класс. Классно. Я узнал историю, маленькую историю. Но зато у меня теперь такие здесь проблемы, сейчас заново лезть. Классно, блять. Как мне это было нужно? Залезь сюда и теперь не вылезти нахер оттуда никак. Я просто уже думаю, может как-то может там сокращение пути найти. Может я мог бы отбиваться как-то, не? А ну? Я сейчас, смотрите, оно отхилится, если я раз попробую. Если оно сработает, у меня сгорит жопа. Не, оно не работает, все значит. Да все хорошо. Хилься, хилься, отхиливайся. Так, отлично. Отлично. Значит, это не с того места, где шипы из-под земли вылазят. Фух, ребят, значит, все в порядке. Можно выдохнуть. Можно тогда выдохнуть спокойно. Так, лифт. Это для отхила. Ну, поехали.
Осмотреть. Нет, яркие рода представителя. Один лишь свет взойдет на тьму. Червь станет путеводным маяком, расширив разум и преклонимся полностью ему. То вечность вообще в общаниях и почтениях о проклятой роде. Роде. Так. Любая жертва ради чего? Не знаю. Теперь мне нужно типа туда пройти. О, она стала ярче, нет? Присесть. Хе-хе-хе. Знаете, я типа на троне такой. Стал королем. Ладно, смотреть. Душа короля подобрана. Душа черва. Душа корня. Сердце пустоты. Все. Мы вышли с той локации. Я могу типа вернуться обратно туда? Чем там? Ворота закрыты. Бля, так не говорите, что мне нужно заново проходить испытание, чтобы ее открыть. Но здесь ворота открыты. Безопасный выход. Ну, в принципе, значит, это все. Выход. Окей. Так, я хотел одну вещь посмотреть. Сколько у нас душ? Все, да? Пробужден у нас гвоздь теперь. По ключикам у нас ничего. Вот это нужно как-то только отнести, будет цветок. Только я не знаю, вернуться к девке, то и поговорить с ней, чтобы она мне вернула цветок в нормальную форму, скорее всего. Либо уже никак не вернуть. Так, где я хотел... Ах, черт. Нет, все нормально. Я более-менее помню, куда мне идти. Дима Валова. Так. Нам нужно в Грязмут, ребятам. Вру. Ладно, в Грязмуте. Хотя нет. А, блин. Еще вспомнить нужно на самом-то деле. Что-то вспомнить мне нужно. Ну, ведь тут, допустим, видите, локация неизвестна, потому что мне нужно на лавочке посидеть. Там была лавочка, но где она? Не понял я что-то немножко. Мне нужно сюда, короче, в водяные стоки. Там, где мы сливали водичку. И били с боссом. То есть мне нужно, короче, попасть в королевские стоки. Значит, с королевских стоков я следующую серию начну. Я отправлюсь в эти пустоши грибные. А ближе есть, да, город слез. И через город слез я дойду в канализацию. Поэтому встретимся там. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.